Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Ultimate General, гражданскую войну. Так. Боеприпасы. Так, я тут подготовил наш корпус к следующей миссии. Вот. Это уран. Это у противников уже поменьше войск на 7,5%. Офигеть, как много. Тут еще уменьшится, если тут выиграем. Так, ну, победа такая довольно-таки щедрая, можно сказать. Если победим. Вот. У нас, в принципе, равные силы. У них чуть-чуть больше пушек. Повстанцы обошли нашу линию обороны вдоль реки Рапаханок, чтобы нанести удар по нашей линии снабжения. У этого рана замечена дивизия Юэла. Идите в атаку дивизию и выбейте повстанцев с их позиции. Остальная ваша армия нужна на станциях около Манасаса. Так, ну, начнем. Юэл развернул свою дивизию к востоку от Кетаурана. Атакуйте повстанцев и выбейте их с позиций. Так. Ага, это мы ночью идем. Идем ночью, и все так темно. Так, Уоррен, Спрингфилд. Эти сюда. Так, тут я обойду как бы сверху. Двумя дивизиями, я думаю, так. Заодно пустим кавалерию вот туда. Снабжение сюда, генерал сюда. Пушки, конечно же, сюда. Пушки, 6-фунтовая пушка. Так. Пауза. Значит, эти ребята идут сюда. Как-то вот так сюда. Тут и сюда. Тут и сюда. Тут и идут по холмам. Вот сюда. Кава объезжает вот так вот. Ну и пушки, соответственно, тоже сюда подтягиваются. Снабжение понемножку. Наш генерал. Так, мы выдвинулись. Снабжение далеко не догоняйся. Кавалерия пусть пока тут разведает эту местность. Так, по задаче. Так, удержать Кетауран или нанести на 15% больше потерь. Но ничья нам не нужна. Где-то они тут. Мы из-за холма не видим их. А, уходим, уходим, уходим. Тут. Нам не рады. Они тут
Стрёмно уже. Где-то тут они должны. Это должны быть их силы. Недалеко. Так, кого обижать? Их. Вот они. Так, пушки. Срочно сюда. Так, кого? А ну сюда. Куда-то. Так, тут мы заходим. Сейчас должны их. Так. Кава. Ух ты ж, кава. Так. Тоже атакуйте. А вы заходите сюда. Раз тут такое дело. Снабжение. Так, кого что там? Кави дают бабулей. Так, обычным ходом. Кави дали бабулей. Я бачу вражескую арту. Вражескую пехоту. Так, вот эти ребята сюда идут. Так, арта, вперед. Так, кого? А ну постарайся объехать. Так, дальше. Тут мы. Ой, тут нам нужно наступать. Так, генерал наш вот сюда пусть подъедет. Вот так вот. Как-то так. Ой, они постоянно бегают. Так, выдвигаемся сюда. Стоп, огонь. Нас немножко поджали. Так, а ну кого объезжай, бегом. Я хочу батарею их не накрыть. Арта. Должны отогнать.
Так, где это? Так, атакуем. Так, вот эти сюда. Вот эти выдвигаются туда. О, кала сюда. Вот этих надо накрывать. Так. Давайте, ребята, сюда. Что там кава наша? Так, мы уже тут скоро займем холм. Ну давай бей. Подбежите немножко, ребята. А, ихня арта побежала. Так. Хорошо, эти щен. Ну, этих получше боевой дух. Тогда вот этих поведем сюда, вот этих сюда. Сюда. Отогнать их. Так, а то накрывай их, а мы выдвигаемся. Мы будем придерживать наших противников. Кава, вперед. Вот туда. Мы обстреливаем их. Так, вперед. Так, атакуйте. Так, вот это уже неприятно. Так, вот эти ребята подтягиваются.
Так, надо их снабжение отбить. Так вот, арта вот сюда. Ух ты, блин, они отогнали нашу армию. Это уже неприятно. Подходим. И тут они нас отогнали. Так, генерал, отходим. Сейчас подниматься. Так, поднимайтесь. Так не люблю, когда отряд вражеский в тыл отступает. Давайте, поднимайтесь сюда. Блин, чё вы бежите? А ну, снабжение, может, их не выбьем. А, я знаю, что мы сделаем. Мы сейчас их, ну что, отсюда преследуем. Так. Ну тут где-то они там ходят. То, возможно, мы все-таки возьмем их на снабжение. Блин, куда вы лезете? Отойди. Вот так их встретить. Давайте сюда. Ух ты ж, посмотри, кто полез. Наши в лесу стоят, так что мы их установим. Давайте, атакуйте вот этих ребят. Мы сейчас выйдем. Рубим, рубим. А, блин, вот это начинается. Начинает перестраиваться. Все, завершить. Победа. В два раза больше обнесли их пехоты. Более-менее повысили двух офицеров.
чуть-чуть там позахватывали всякого. И вот наша победа. Карьера. Так. Три корпуса. Я смотрел. Смотрел. Карту сражений. Там. Ну я, в принципе, могу продемонстрировать вам, показать, что там. Какая разница. Так вот. Получается, у нас три корпуса. Тут используется 4. Но тут, видите, я изначально вижу маленькое количество солдат. Ну, 5000 это пару бригад. Ну вот, одна бригада это пушки, где-то за две бригады это линейная пехота и еще, может, стрелки. Но я не знаю, смогу ли я набрать за такое количество денег достаточное количество войск. Нам вот это дает боевой дух 8. Мы можем попросить на 18 еще денежку. Спрингфилд это хорошо. Харпор. Немножко дальше бьет, да? Файрейд больше. И аккуратность больше. Прикольно было взять, да? Надо будет хорошенько подумать, как мне формировать корпуса. Наверное, придется все опять этим новобранцами забивать. А что делать? И по поводу, куда это очко потратить. Наверное, в 4-й корпус надо тратить. Четыре дивизии, 4 корпуса, 4 дивизии, 5 бригад по 2500. Вот. Думаю, сюда нужно тратить. Вот так, sir, yes, чтобы у нас уже 4 корпуса было. Конечно, корпуса сдавать. Но недорого, в принципе, 4600. Так, что там, боеприпасы, скорость, опыт. О, давайте опыт. Тяжковато с опытом. Так что я буду тут пробовать. Возможно, придется мне потратить часть своей репутации. Но что поделаешь. Я не смогу все так комплектовать. Только за счет вот этих 120 тысяч. Чтобы вот эти корпуса укомплектовать. Ну, задействуем уже всю свою военную мощь. Конечно, снабжение бы побольше. 2500 это вообще ничего. Хотя они в самом конце войдут в бой. Ну ладно, разберемся. Но это будет все за кадром. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.